Димитровградская команда «Нейтрон» уже пятый сезон пробивается в областной финал КС-баскет. Три из них ребята выиграли и дважды становились серебряными призерами. Чтобы как бы доказать то, что мы проигрывали не просто так, а были сильнее на голову, просто так игра у нас и сложилась. И в этот раз наши ребята не дали ни одного шанса на победу соперникам из Чердаклинского района. Счет финальной встречи 114-32. А вот соперники, их главная ошибка была в чем? Может быть, недооценили нас или мало готовились. Больше всех очков принес нашей команде Алексей Кизин. Ну, я забил 30 очков, но это благодаря команде, благодаря нашему капитану, ну, разыгрывающему. Он давал точные передачи, ну, а я забивал. В марте спортсмены отправятся в Нижний Новгород на финал Приволжского федерального округа школьной баскетбольной лиги КС «Баскет». Евгения Криницкая, Евгений Ерофеев, новости Димитровграда.